Позвольте нам позаботиться о вас в атмосфере радушного гостеприимства. Санаторий «Катун» – это профессиональные врачи высшей категории. Это номера на ваш выбор, от апартаментов до стандарта. Это атмосфера спокойствия и уюта, красоты интерьерных решений и индивидуального подхода каждому нашему гостю. Профессиональная забота о вашем здоровье – это концепция работы наших врачей, которые основываются на диагностических исследованиях и путем авторских технологий назначают вам индивидуальную программу процедур. Заболевания желудочно-кишечного тракта актуальны на сегодняшний день. Заболевают не только взрослые, но и дети, а именно дети – младших классов. У них отмечаются гастриты, язвенная болезнь желудка. Это все следствие нашей гиподинамии, большой нагрузки, нервного напряжения и, конечно, факторы питания типа фастфуда. Поэтому в санатории «Катунь» создано гастроэнтерологическое направление, где мы можем обследовать и оказать необходимую помощь нашим отдыхающим. Врачи санатории «Катунь» впервые на курорте начали разрабатывать программы лечения и профилактики пациентов с гастроэнтерологическими заболеваниями. В санатории имеются достаточные возможности для обследования и лечения данных пациентов. Помните, что диагностировать и лечить заболевания желудочно-кишечного тракта необходимо у квалифицированного врача-гастроэнтеролога, который своевременно правильно поставит диагноз и проведет все медицинские мероприятия. Динамика изменений состояния организма во время прохождения оздоровительной программы находится под контролем вашего лечащего врача. В санатории «Катунь» проводится процедура ударно-волновой терапии. Показаниями для данной процедуры являются остеохондроз позвоночника, заболевания суставов, грыжи межпозвонковых дисков, заболевания сухожилий, пяточные шпоры, а также длительно незаживающие переломы и контрактуры. Это физиотерапевтический метод воздействия инфразвуковыми акустическими волнами. В основе действия ударной волны лежит импульс, который сначала моментально сжимает клетки под высоким давлением, а после чего клетки разжимаются под воздействием вакуума, и таким образом происходит их стимуляция. Результатом стимуляции является синтез белков и рост капиллярной сети. Данная процедура оказывает положительный эффект на все клетки организма. Убирается мышечный спазм, проходят болевые ощущения, увеличивается эластичность сухожилий и связок, восстанавливается микроциркуляция и обмен веществ. У нас в санатории проводится такая процедура, как карбокситерапия. Это подкожные инъекции углекислого газа, которые обеспечивают обезболивающие, противовоспалительные, спазмолитические эффекты. Также улучшается трофика тканей, клетки активно насыщаются кислородом, улучшается микроциркуляция органов и систем, улучшается общий тонус организма. Показанием для карбокситерапии являются такие заболевания, как остеохондроз, грыжи, протрузии межпозвоночных дисков, остеоартроз, плечо-лопаточный периартрит, головные боли, напряжение, алопеция, признаки вегетососудистой дистонии. На курс требуется от 3 до 10 процедур. Процедуры проводятся через день. Эффект от процедуры сохраняется от 3 до 6 месяцев. Thank you.
В условиях санатория вы можете пройти лечение по уникальной методике профессора Герасимова. Внутритканевая электростимуляция. Это современный, немедикаментозный метод лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата. Также болевых синдромов суставов, позвоночника, головных болей. Суть методики заключается в том, что низкочастотный ток, соответствующий биотокам человека, через тонкую иглу-проводник подводится к пораженному участку костной ткани вплотную. Данное непосредственное подведение иглы-проводника стимулирует кровоток, кровоснабжение, микроциркуляцию. Также снимает спазм и отек с мышц. С помощью методики внутритканевой электростимуляции мы улучшаем кровоток, питание и кровоснабжение в пораженных участках, восстанавливаем обмен веществ и восстанавливаем периферические нервные окончания. Метод наиболее эффективен по сравнению с другими физиотерапевтическими процедурами, так как биоток подводится непосредственно к пораженному участку ткани, минуя защитные свойства организма, такие как кожа, мышцы, связки. Данная методика не имеет практически противопоказаний, обладает высоким длительным эффектом, стабильным, уменьшает обострение до 2-3 раз в год, а также позволяет без медикаментов и каких-либо оперативных вмешательств лечить довольно-таки сложные заболевания опорно-двигательного аппарата. Система сбалансированного питания в ресторане представлена блюдами из продуктов собственного производства и разработана врачом-диетологом и ведущими технологами нашей компании, уже с учетом особенностей организма. В премиум-зале, преимуществом которого является обслуживание вас индивидуально официантом, шеф-повар готовит блюда по вашему персональному заказу лично для вас. Катун – это санаторий премиум-класса для семейного отдыха. В санатории представлены как взрослые, так и детские оздоровительные программы. А пока вы находитесь на лечении, вашими детьми будут заниматься воспитатель детского клуба «Панда» и команда аниматоров. Курортное лечение очень полезно детям. Оно помогает справиться не только с существующими заболеваниями, но и способствует профилактике и развитию хронических заболеваний. На санаторно-курортное лечение принимаются дети с 4 лет. Для каждого ребенка подбирается индивидуальная программа, которая состоит из комплексов в зависимости от возраста и характера заболевания. Курс санаторно-курортного лечения основан на бальнеотерапии. Это лечение нашими минеральными азотно-кремнистыми радоновыми ваннами со слабым содержанием радона. Радоновые ванны назначаются детям с 5 лет. Также в курс санаторно-курортного лечения входят такие процедуры, как физиолечение, грязелечение, ручной массаж, посещение бассейна и саун, лечебные души, занятия в тренажерном зале, либо занятия лечебной физкультурой. Широко применяется у детей галотерапия, это соляная комната, а также ингаляционная терапия на основе минеральной воды с применением алтайских трав. В лечении присутствуют такие факторы, как климатолечение, фитотерапия и диетотерапия. После прохождения санаторно-курортного лечения улучшается иммунитет ребенка, сокращается число простудных заболеваний, а также снижается обострение хронических заболеваний. В нашем санатории существует центр восточной медицины, в котором представлены различные техники, в том числе древних врачевателей. Техники различных массажей, гуаша техники, точного массажа стоп, головы, лица,
Техника гуаша, например, представлена в различных интерпретациях. Это работа с лицом, с телом, со спиной, борьба с лишним весом, целлюлитом. Выполняется эта техника при помощи специальных скребков, выполненных из рога буйвола, нефрита, розового кварца, агата. Они тоже в том числе обладают лечебными свойствами. Дает мощный детокс организму, естественное омоложение, очищение, стимуляцию кровообращения, лимфодренажа и общий детокс. Также в нашем центре работает косметолог, где широко представлены процедуры по уходу за лицом. Есть фитобочка с термоодеялом на основе алтайских трав и процедуры по уходу за телом, спа-капсули. Дело в том, что сейчас в условиях современной жизни йога просто жизненно необходима. Почему? Потому что человек получает очень много информации, очень много стрессов. В результате его тело спазмируется очень сильно, и ему нужно каким-то образом, естественно, снять это напряжение и все эти составляющие. Поэтому йога – это то, что человеку дает гибкость. Йога – это то, что дает возможность человеку поработать с дыханием, потому что современная жизнь, к сожалению, забирает очень много энергии, очень много жизненных сил. И одно из направлений йоги – это дыхание, которое мы делаем в санатории. Поэтому, когда человек начинает продышивать свое тело, он таким образом, естественно, получает энергию, у него появляется больше жизненных сил, и его настроение, его психоэмоциональное состояние улучшается. А за счет того, что здесь мы делаем и статические движения, и динамические движения, получается напряжение и расслабление, напряжение и расслабление. И в результате человек, когда мы в конце занятия расслабляемся, его нервная система самым наилучшим образом, естественно, начинает просто оздоравливаться, восстанавливаться, наполняться. И в результате, когда человек проходит занятия йогой, он просто становится самим собой. То есть это хороший способ легко и просто привести себя в порядок. Приглашаем, приезжайте, занимайтесь, получайте вот этот источник, так сказать, вдохновения. Вот, и потом, наполнившись, вы просто будете жить полноценной, нормальной жизнью. Продолжим отдых, прогуливаясь на Теренкуре, наслаждаясь красотой природы и лечебным воздухом, насыщенным фитонцидами и легкими аэроионами. Любовь к нашим гостям, слаженность в работе всей команды, профессионалов своего дела и невероятной красоты природы Белокурихи – это и есть основа вашего оздоровления и гармонизации души и тела. Каждый сотрудник нашей дружной команды привносит частичку своей души, чтобы отдых был незабываемым воспоминанием и желанием вернуться именно в санатории Катун. Любимые гости, ждем вас с радостью!